В Брестской области идет масштабная работа по вакцинации от COVID-19. Только в Бресте ежедневно прививается от этой инфекции около 1000 человек. По согласованию с Главным управлением по здравоохранению облсполкома подключились к вакцинации населения и Брестская областная организация Белорусского общества Красного Креста. Основная цель проекта – достучаться для категории граждан, которые, наверное, сложно дойти до медицинских учреждений, уговорить, наверное, каким-то образом, рассказать им о том, что вакцинироваться необходимо. Поэтому у нас было определено 5 районов Брестской области, которым необходимо было усилить эту работу. Двор нежилого дома по улице Карбышева, 62, в областном центре, для этих людей уже стал местом каждодневной встречи. Это те, кто в силу разных жизненных ситуаций променял дом на улицу и стал лицом без определенного места жительства. Для них православная церковь устраивает тут выездные обеды, чтобы поддержать людей и пищей материальной. Сейчас же тут появилась и палатка медицинских работников, где всем желающим лицам без определенного места жительства предложили вакцинироваться однокомпонентной вакциной от COVID-19. Ведь для общества важен каждый человек и его здоровье, независимо от статуса и социального положения. Сами люди по-разному отнеслись к предложению сохранить свое здоровье во время сложной эпидемиологической ситуации, но в большинстве было видно понимание проблемы. Корона все-таки. Кому умирать охота? Это считаете важно такое мероприятие? Да. Важно. Ну, это для, важно для того, чтобы совесть иметь перед остальными людьми, чтобы безопасность была. Нет. Ну, я себя нормально чувствую. Абсолютно здоровый человек. Ни температуры, ни кашля, ни соплей, ничего нет. Зачем мне вакцинироваться? Я этого боюсь. Нет, ни в каком случае. Нет, конечно. Я уже привился в поликлинике. Два раза уже прошел. Через две недели сделали вторую. Я считаю, что это надо, если идет эпидемия такая. Это же не шутки. Просто так бы никто не стал прививать. Это же затраты, это же деньги, правильно? Просто так не, это же не то, что это необходимость. Я считаю, что это необходимо. Кроме вакцинации, все желающие прямо на месте могли также измерить уровень содержания кислорода в легких. Всего за время работы выездного пункта вакцинации было привито около 20 человек без определенного места жительства. Как заверило руководство Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста, их совместная работа с медиками по вакцинации населения от COVID-19 будет продолжена. Юрий Печур, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».